К берегам Мексики приближается ураган Одиль. По международной пятибалльной шкале он достигает четвертой степени опасности. В связи с этим власти объявили максимальный уровень тревоги на северо-западе страны. Мощный циклон будет сопровождаться обильными ливнями, которые могут привести к наводнениям и сходам оползней. Сейчас порывы ветра в эпицентре урагана достигают 260 км в час. Национальная метеослужба призывает жителей принять все меры предосторожности.